Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадди. И сегодня мы, короче, начинаем проходить новую карту, которая будет, наверное, очень короткая, всего лишь на одно видео. Это карта в игре Far Cry 1, которая называется для Дмитрия, короче, эта карта. Того же разработчика Чела 555. Да, эта карта именно так называется, для Димы. Вот, типа... Разработчик этой карты взял эту карту только для одного человека, но он мне решил, короче, эту карту скидывать. Он, кстати, чел 555 не опубликовал эту карту. Ну вот, короче, попросил меня пройти. Давайте чекнем, что это за карта. Так, что мы здесь видим с вами? Мутантов здесь дохера и этих наемников. Пока что. Они тут между собой воевали. Мы даже, в принципе, так вот мало кого сейчас убили. Так, только на задание финт ПДА. Не понимаю. Так, гранаты здесь, кстати, много. Ну да, вот опять мутанты. Так, что у меня тут еще есть? Такая вот оружка. Ну да, наверное, эх, блин, эту карту мы, короче, пройдем за одну серию, она короткая. Ну а потом будем, короче, проходить следующую карту, шестую, уже от Чела 555, там человечек будет, ну, короче, видите. Ну да, вот видите сами тут, короче. Между собой они воюют. А я, в принципе, так ничего не делаю тут. Так вот, всех мы сейчас убьем. Ну да, пока такая вот простенькая карта. Блин. Спрятался, гад. Он что, меня обходит, что ли? Там шел, да, блин. Да, давно у меня, ребят, не было видео, сорян, я немного прибавлю. Вот. А так, сейчас буду, короче, вот в это время стараться выпускать много видео. По Far Cry, там, по прохождениям всяким. Так, ну давайте, можно, в принципе, эмку взять. Эх, блин. Ничего себе. Кучкой просто. Да, такая вот. Так, можно, в принципе, взять такую вот гранату, кинуть. Но нет, я не докину, короче. Так, хорошо, что он еще не подпрыгнул, а то они любят прыгать. И они, блин, прыгают нормально так. Так, они... Вот, видите, как они прыгают? Это просто жесть. Так, здесь мутанты, походу, победили. Сейчас мы этого... Вот так вот проучим.
Эх, ничего себе. Тут уже можно гранат кидать. О, как подлетел красиво. Так, продолжаем идти вперед. Так, здесь у нас тупичок. В какую сторону идем? Так, пусть они там пока воюют, я хочу вот это место смотреть. Посмотреть, что у нас там. Опа-на. Так, здесь у нас что? Тут у нас тупик. Ничего нету. Да. Нам, короче, туда идти. Правильно мы шли. Идем, короче. Че, они тут всех перебили, да? Или что? Нет. Да, опять тут победили эти. Мутанты, как всегда. Так, где мелюзга? А, нет, он сдох, оказывается. Там любит гранатами кидаться. Соси. Что за чертовщина? Ты покойник, приятель! Так, берем, короче, по 90 и... Так, постреливаемся. Офигенно, кстати, оружка. Эффективная прям такая вот. Опять это кучка мутантов. Вот тут прям кучами. Тихо. Это что сейчас такое было? Я же у него не стрелял. Это у него, походу, этот попал. Наемник. Вот. Не помог. Спасибо, ребята, спасибо. Пока что я чуть немного, так что, ребята, извиняюсь. Гранатку успел кинуть. Так, пол брони у нас кто снял? Наемники, что ли? Опа-на.
Опа-на. Неожиданно вот этот. Вот этот, ребята, нежданчик. Вот это вот я такого не ожидал. Так, они на меня бегут. Так, давайте мы сейчас обойдем нафиг всех тут. Так, если что-то не стреляет. Ну, мы их, короче, вот так вот. Эх, блин, что я делаю? Так, этих мы... Тоже вот так вот. Все, продолжаем идти вперед. Опа-на. Кто у нас там? Ну их можно, в принципе, пропустить, что их убивать-то. Ни хрена себе их там. Вот это жесть полная. Что здесь творится, ё-моё. Так, убиваем всех мутантов, кто нам встретился на пути, кто нам мешает. Так, куда мы дальше должны идти? Ну, короче, мы должны сейчас подняться, да? Ага, я понял. Вот где-то, наверное, здесь. Так, тут у нас карточка должна быть. Но походу нет, не надо. Так, ну был бы у меня нож, я бы зарезал, конечно. Так, давайте поднимемся здесь. Так вот. С оригинальной части. Это я помню. Что здесь происходит? Ё-моё. Чё, серьёзно нахер? Чуть не убили нафиг, представляете? Так, тут нам карточка нужна, мы что-то походу должны найти. Охренеть. Сейчас если все бьют, будет жестко. Короче, это жестко. Вы видите, что он сейчас сделал? Вот эта вот вертуха была. Такая вертушка была у него красивая. Просто уже... Я охренел просто, реально. Так, ладно.
Давайте, ребят, еще раз. Так. Так, ну тут, в принципе, уже... Можно спускаться. Там мы снизу ничего не нашли, потому что... А, это типа они меня хотят убить, да? Вот видите, какие невертухи делают? Охеревшие, блин. Так, ага. Понятно. Должны карточку, значит, найти здесь. Окей. Все, давайте искать. Ну, возможно, не одна серия будет. И теперь я так думаю, прохождение этой карты. А вот видите, тут карточка нужна. А, стоп, подождите. Я же ведь еще туда не поднимался. Точняк. Такой звук, а вот мы карточку использовали, но нет. Уже ничего. А вот здесь все зеленое, кстати. Может, как раз-таки нам и сюда надо идти. Блин. Офигевший. Еще одна попытка, давайте, ладно. Не будем поддаваться сейчас. Короче, давайте сразу туда идем. Туда вот. Нам по-любому туда сейчас идти. Еще там какую-то карточку забрать. Так, ну и где? А, вот оно чё. Вот оно что. Теперь туда идти. Окей, давайте спустимся сейчас. И пойдем туда. Ничего себе здесь. Охренеть. Собрались кучка. Так, ладно, давайте мы сейчас спустимся и... Они нас не видят. Да, они нас не видят, все нормально. Все офигенно. Никто нас не палит. Просто идем туда и все. Так, а мы тут, походу, были, да? Тут, видите, оружие лежат. Ну да, здесь, короче, остались одни эти. Мутанты. Мутанты здесь победили. В этом бою.
А, нет, смотрите. Тут наемники стоят. Опять начинается. Вот не пойми, что происходит, ребят. Пипец какой-то. Короче, я тут стою. И что дальше? Что делаем? Блин, мне одно хп нахер. Куда нахер? А вот этот экшен, ребята. С одним хп играть. Сохранение. Да ладно. Вообще супер. Выжили, прикиньте. Так, забираем все нахер. Всю эту шнягу. Ну, сейчас они просто промахиваются. Попасть они мне не могут. Так, гранаты кидаем. Все. Лежать. Все забрали. Так, иди нахер. Все. Пошел отсюда нафиг. Так, что это конец карты, что ли, да? Такая вот короткая. Опа-на. Это ведь начало, да? Типа. Вот они стояли. А прикиньте, если бы они меня убили бы нахер. Нев чего? Че, может быть... Уплыть отсюда, да, и все. Миссион финиш. Че, все, прошли?
Так, сейчас загрузка подключу, там дальше будет интересно.